Сегодня представляю свою разработку, комплексное решение всех основных проблем экранопланов. Я пришел к результатам, которые выходят далеко за пределы просто экранопланной тематики. Предложена концепция целая для строительства нового класса летательных аппаратов. От ультралайтов, от самых легких машин, до легких, это 20-50 местных, и до сверхтяжелых, которые 300-400 тонн и 500 тонн и так далее. На сегодняшний день получены патенты США, Евросоюза, России и на подходе в ряде ключевых стран. Эта концепция позволяет решить проблему вертикального старта и таким образом получить значительно более безопасный вертикально взлетающий аппарат, чем существующий вертолет. Причем он будет более экономично доставлять груз или пассажиров на большие дистанции, что сейчас крайне необходимо для развития севера в России. То есть для авиации нужны аэродромы, для вертолетов нужны тоже аэродромы. И хотя они где-то могут сесть без аэродромов, но у них ограничена дистанция полета. 450 километров над морем. Все, граница. А наши машины, если соответственно образно спроектировать, могут до 1000 километров и далее в любой точке севера или Ледовитого океана обеспечивать транспортные перевозки. Эта концепция позволяет решить транспортную проблему. В данную группу изобретений входит новый, не имеющий аналогов, способ выполнения полета. Этот способ резко повышает безопасность полета на экране, что не решает сейчас ни одна аэродинамическая компоновка экранопланов. Эта конструкция имеет очень эффективную, большую статическую воздушную подушку. Она позволяет эффективно выходить из воды и с любой ровной поверхности. Выставка превзошла все ожидания, можно так сказать. Потому что, во-первых, понравилась очень цена. Для стартапа это как раз то, что необходимо. Это реальная помощь правительства, организаторов РВК и правительства Москвы для развития инновационного процесса в России. А здесь к нам подходили тоже неожиданно первые лица, вторые лица серьезных государственных структур. Поэтому мы просто восхищены.